Крупнейший женский портал woman.ru отметил 20 лет. По случаю этого знаменательного события 22 ноября прошла грандиозная вечеринка. Гостями торжественного мероприятия стали звезды российского шоу-бизнеса, известные актеры и популярные музыкальные исполнители. В культурной программе вечера приняли участие популярная певица Маруф, Анастасия Задорожная и диджей Дмитрий Ви. Но самым ярким событием стало авторское представление «Балет Москва». За 20 лет портал woman.ru развился из женского форума в самостоятельный информационный интернет-ресурс. Десятки материалов о моде, красоте, здоровье, любви и звездах. Новости, репортажи, статьи, интервью, конкурсы и онлайн-трансляции. Сейчас woman.ru — это старейший форум и самый популярный женский сайт Рунета. Главной темой вечера по задумке организаторов стало слово «движение». И это не случайно. За последние годы портал woman.ru занял одну из лидирующих позиций среди новостных ресурсов и значительно развился во всех направлениях. Поэтому в свой юбилей редакции сайта было чем гордиться. Оставайся в курсе всех событий вместе с Европа Плюс ТВ.